столице Чувашии будет разработана новая маршрутная сеть. В Перми определился победитель конкурса по изучению и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Заказчик конкурса – администрация города Чебоксара. К участию в тендере допустили 4 организации, которые предложили проекты оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Чебоксарах до 2021 года. Пермское агентство дорожной информации «Радар» предложило минимальную цену. Компания может разработать новую сеть за 6 миллионов 750 тысяч рублей. Кстати, начальная цена контракта – 9 миллионов. Проект финансируется из городского бюджета столицы Чувашии. Научный руководитель компании «Радар» уже оценил транспортную систему столицы Чувашии. Он отметил, что инфраструктура Чебоксар добротная и качественная. Перекрестки обладают хорошей системой светофорного регулирования, а состояние дорожного покрытия вполне удовлетворительное. Тем не менее, он указал на полное отсутствие островков безопасности для пешеходов, направляющих островков и других элементов канализирования транспортных и пешеходных потоков. Кроме того, в Чебоксарах мало выделенных полос для движения городских маршрутов и слишком высокая конкуренция на маршрутах регулярных перевозок в городе. Эти недостатки снижают качество работы городского транспорта общего пользования. Исполнители надеются, что новая сеть устранит имеющиеся недостатки и разработчики предложат реальные способы улучшения транспортной системы города Чебоксары.